Мишка сидит. Что-то книжки попали куда-то. Ну да, вот так передали, ну и все. Ну да. Прикольно было бы, я бы заснял бы первым, я бы рядом стоял. Конечно. Там эти самые идут, эти как у меня? Корреспонденты. Ну да. Ну да, 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 да. Отлично. Отлично, Витя. И мы считаем, что это может. Это уже является культурным достоянием. По крайней мере, историческим. Сколько уже ровно книжка при мне падает. А, да? Ну, бывает. Ну, бывает. Пока дойдут, они расписят. Оно упаковано, смотрите. Какая разница? А, нужно было упаковать. Так, ломало. Да какая разница? Дали бы вот так вот, выдвинуть людей-то. Да, да, да. Да. Или там, где порежу. Вот, 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 вот